Доброго времени суток. Вот еще одну такую рабочую мушку хочу показать. На нее глухоземье клевал. Плотва хорошо. И подлещик. Окунь по-любому на нее клюет. Размер крючка. Но так как на плотву такую типа универсальной мушки делаю, размер крючка номер 12-14, берите у меня 12, маленькая латунный шарик, нитку беру вот такую, не знаю, кислотно какой тут оранжевый цвет такой. Обрезаем не нужно. Делаем хвостик. Хвостик можно чуть-чуть залезть на это. Ниже загиба. Приблизительно вот так. Так, теперь берем перо павлинье. Мормышки сейчас не модно. Зачем их покупать, когда можно отрываем, сделать самому мушки. Более эффективно работает, чем любой чертик, любая мормышка. Отрываем две штучки от павлина и крепим их здесь. Так, закрепили. Промотали чуть-чуть вперед, назад. Так, теперь берем вот такая резинка. Продается в швейных магазинах. Все для шитья, она тянется. Гамовская. Кусочек отрезаем. И тоже крепим ее сюда. Так, теперь эта нить нам уже не нужна. Можно ее зафиксировать и убрать. Берем черную нить и сюда нам это.
Вот так. Формируем черной ниткой тельце, чтобы сюда, к шарику, было чуть пошире. Ну, хотя не обязательно. Ну, так же, более красивее будет. Вот так. Все. Можно ее пока закрепить и в сторонку. Убрали в сторонку. Эти две павлинье перышко как бы скручиваем, чтобы они шли равномерно. Скрутили и начинаем обмотку. Ну вот и все. Закрепляем. Так. Теперь опять ту нить, чтобы она у нас не ушла никуда. И начинаем обмотку резинкой. Ну, шаг, чтобы вот примерно вот так получилось. Крепим резинку. Ребят, там есть, я уже говорил, у меня не только моя страница ВКонтакте, там вот на канале есть ссылка в группу ВКонтакте. Там можете посмотреть фотографии, не только видео. Так что подписывайтесь, заходите. Так, теперь берем вот такой у меня, видно вам, разноцветный как бы даббинг. Берем его вообще чуть-чуть. Все ссылки я скину в описание под этим видео, где что можно приобрести. И наматываем совсем чуть-чуть, много нам не надо. Фиксируем нитку. Так, зафиксировали. Теперь вот я сделал такую палочку с обычного мороженого, а тут липучка. И вот ей мы чуть-чуть распушим наш даббинг. Ну, вот так приблизить получается. Ну, осталось последнее. Берем УФ-клей, и чтобы в дальнейшем наша нить не размоталась, капаем, где нитка, промазываем УФ-клеем. Промазали. И
чем застыла. Она светится вся полностью почти. Особенно хвостик, он такой кислотно-оранжевого цвета. Все, подписывайтесь, друзья, на канал. Дальше много интересного. Спасибо за внимание.